Два. Один. Поехали. Здравствуйте, здравствуйте. Всем огромный, просто я бы сказал, пламенный, солнечный привет из Майами, из моей летней резиденции. Здесь действительно тепло. Сегодня у нас предновогоднее настроение, предновогодний вебинар. Я рад приветствовать всех наших лидеров и гостей сегодняшнего вебинара. Он немножечко нетрадиционный, так как проходит буквально накануне больших праздников. Вот, вы видите атмосферу позади меня, такая украшенная, богата и красивая, я бы сказал, со вкусом наша елочка. Елочка желаний, как мы ее назвали здесь в нашей семье, потому что она будет исполнять желания. Вернее, не она, а хорошие люди, которые положат под эту елочку 31 декабря упакованные подарочки. И каждый член нашей семьи и гости, которые у нас здесь сегодня гостят, откроют свой подарок, и, наверное, это будет то, о чем они мечтали. Еще раз всем здравствуйте. Хочу пожелать всем в этом уходящем 2019 году, году магии и волшебства, побольше чудес в последние дни. Я придам вам волшебную пыльцу, которая, безусловно, поможет вам достигать ваши успехи. К сегодняшнему вебинару мы подготовились основательно. Будет много магии, будет много куража и драйва. Поэтому занимайте свои места. Если вы присутствуете в РЦО и вас несколько человек, присядьте так, чтобы вам всем было видно экран, меня, чтобы вы чувствовали мою энергию и мой кураж, который я постараюсь вам передать. И если вы готовы, то мы с вами начинаем наш новогодний вебинар, или предновогодний, как правильно его назвать. Ведь следующий состоится уже, следующая встреча со мной состоится только в феврале месяце. А пока я бы хотел с вами поделиться эмоциями, чувствами, которые царят здесь, в Майами. А мы подвели итоги. Каким же был 2019 год? Чем он запомнился? Ведь для того, чтобы идти дальше и планировать что-то на 2020 год, нужно понимать, чего мы с вами достигли, куда мы пришли, какие были сложности и победы у компании в году уходящем. Вот сегодня я бы хотел, чтобы у нас был не просто мотивационный вебинар, а чтобы мы с вами могли вспомнить то, что хорошего произошло в вашей жизни в 2019 году. Для того, чтобы вы могли использовать это как еще один дополнительный инструмент. Прошу прощения, связь прервалась. Надеюсь, все хорошо. Пожалуйста, отметьте плюсиками, восклицательными знаками, если меня видно и слышно хорошо. Супер. Благодарю. Надеюсь, больше нам никто не помешает, и у нас наша сегодняшняя связь пройдет как по маслу. Итак, конечно же, очень важно подводить каждый год все победы. Нужно уметь радоваться маленьким победам, большим победам. Из этого складывается наша с вами внутренняя эта мотивация для достижения успеха. А давайте подведем итоги. Как вообще начался наш год? А начался он очень помпезно. Начался он на острове Бали, где мы вместе с лидерами в команде 35 человек у нас было вместе с руководством разгадывали эти загадки. Это было невероятное путешествие, и я уверен, что всем эта поездка запомнится. Во-первых, после этой поездки мы с Олей решили каждый год, в этот следующий год, после моего дня рождения, всем участникам Golden People дарить не просто цветы на день рождения, а еще и именной подарок. И в этом году мужчины получили потрясающие именные запонки с логотипом любимой компании. И наши дамы получали все браслеты, золотые браслеты
с гравировкой их имени и то, что он лидер компании IPL. Представляете? Как приятно, да? Помимо цветов от президента, президентской семьи, получить еще и именной персональный золотой подарок. Вот такую новую традицию мы заложили, поэтому, во-первых, быть на Golden People – это всегда престижно, это всегда почетно, да, быть в окружении, праздновать с президентом компании день рождения, неформальное общение. В этом году мы очень шикарно повеселились, у нас было сафари на индонезийских слонах, у нас был завтрак со львами. У нас было путешествие на роскошных яхтах. Особенно все лидеры запомнили, уверен, окончание этой поездки. Когда мы с вами прошли через испытания планируем на десятилетия, а все может оборваться здесь сейчас. И действительно, все лидеры, которые были вместе со мной на катере, на скоростном, когда у нас взорвался мотор, когда людей очень сильно укачивало, нас подбрасывало по 7-8 метров в высоту, и действительно было очень страшно, жутко. И сейчас, когда прошел практически год, легко вспоминать об этом, но это было очень жутко. Я понимаю, что все могло просто раз и закончиться. К чему я начинаю вебинар именно с такой вот ноты? Для того, чтобы каждый сегодня осознал, что он сделал конкретно в этом году полезного, хорошего. Чтобы о нем говорили хотя бы, чтобы его помнили и запомнили. Не только в рамках семьи, а чуть больше. И мы не просто так называем компанию APL большой семьей. И я бы хотел, чтобы каждый из вас сегодня проживал жизнь так, как если бы она была последней. Не откладывать на завтра то, что можно было сделать сегодня. Если вы обещали кому-то позвонить сегодня, возьмите и позвоните. Если вы обещали своему партнеру что-то сделать, сделайте это, потому что завтра может не настать. В сетевом маркетинге часто используют притчу о том, что завтра не наступит никогда. И действительно, завтра оно не наступает. Мне очень нравится эта история, как в одном баре сидел молодой человек, выпивал, немножечко кушал, и ему приносят огромный счет. Он посмотрел на свой счет и ужаснулся, потому что он не рассчитывал тратить такое количество денег. И вдруг он взглянул на бар, а там надпись «Завтра в нашем баре все бесплатно». Он думает: «Круто, сегодня я заплачу, а завтра приду и все выпью». И вот я их вгоню в долги-то. Он приходит, еле дождался завтрашнего дня, прибегает, нарядился, садится, заказывает, выпивает. В конце вечера ему опять приносит счет. Говорит: «Как так? У вас было написано, что завтра все бесплатно». Официант посмотрел на него и говорит: «Точно. Завтра в нашем баре все бесплатно. Потому что завтра оно не наступит. Живите сегодня и используйте сегодняшний день по максимуму. И этот вебинар, я уверен, поможет вам сегодня подвести правильные итоги уходящего 2019 года так, чтобы следующий, 2020 год, был действительно очень результативным. Чтобы он был просто потрясающим. И подводя уже в следующем году итоги, вы бы гордились собой, вы бы гордились своей командой, своим окружением и сказали, что мы действительно в правильной компании. Нам безумно повезло оказаться в нужное время, в нужном месте. А я это сейчас подтверждаю. Вам действительно повезло, даже если вы сейчас этого не осознаете. Просто доверьтесь мне как профессионалу, который приведет вас к успеху. Вот, еще раз. Хочется, чтобы вы взглянули на этот слайд. Особенно обращаюсь ко всем, всем участникам Golden People. Мы с вами прошли многое. Я горд, что мы познакомились с вами. И этот Golden People родил нам огромное количество новых лидеров. Вот я еще и за это рад своему дню рождения. Потому что в этом году, в отличие от предыдущих годов, были приглашены
также и не только национальные высшие директора. Были приглашены корпоративные директора компании, которые очень активно себя проявляли в компании, и они имели приглашение на мой день рождения. Вот так вот славно и результативно начался Golden People и год в компании APL. С этого события мы начали... Именно с этого события мы открыли год магии и волшебства. На глазах перед всеми партнерами появился огромный полинезийский слон. На глазах наших лидеров исчезало несколько верблюдов. Было много всего года. Вот, что-то меня так нахлынули воспоминания о нашем первом крутом событии в этом 2019 году. Что же было дальше? Чем лично мне запомнился уходящий 2019 год? А вы можете отмечать, были ли вы на этом событии, согласны ли вы со мной или нет. Следующее событие – APL Seasons 2019, который мы назвали прорывом. И действительно, это получился настоящий прорыв. Более 1000 партнеров в одном зале стали свидетелями уникального мероприятия, уникального события. Это действительно главный образовательный форум компании. И мне нравится традиция проводить его именно во время отдыха, когда за 7 дней мы можем и отдохнуть, и пообщаться с единомышленниками, ну и поучиться. И это единственное событие в компании, куда мы приглашаем всех наших партнеров всей семьей, с детьми, чтобы дети увидели, чем занимаются родители. Чтобы с малых лет, что называется, с молоком матери впитывали правильное отношение к бизнесу, к жизни, к окружающим. И форум APL Seasons «Прорыв» получился настоящим прорывом. Потому что после этого форума, на котором мы представили новую косметическую серию и новый 15-й продукт «Бьюти», пошли настоящие чудеса в товарооборотах. Но, конечно, не все было гладко, не все было идеально, так как компания готовила только инструментальную часть. Компания готовила контент для самого форума, готовила подарки, а всю остальную часть взяли на себя организаторы, наши дистрибьюторы, которые по своим старым каналам решили заработать и предоставить туристические услуги. В этом году будет организован форум, вернее, в следующем, в 2020 году, немножечко иначе. Но об этом мы поговорим с вами в феврале месяце. То, как будет проходить APL Seasons 2020 вышка, узнаете чуть позже. Но мы умеем извлекать опыт из любой ситуации. Могу сказать, я сегодня, вернее, раскрою несколько секретов о подготовке к этому форуму. Будет, как всегда, интересно и познавательно, об этом мы поговорим. Но я счастлив, что очень много людей проявили себя именно после этого прорыва. Не могу не отметить три уникальных форума компании APL в 2019 году. В Казани, в Софии и в Кишиневе. Отдельно хочу поблагодарить Веру Аскарову как организатора уже 2 лет подряд форума в Казани. Вера, ты молодец. Благодарю Даниэлу Каларову и ее команду за организацию форума в Софии. Мне безумно понравилось. И именно после этого форума болгарская команда заявила о себе по-настоящему. Вот, я счастлив был участвовать в этом форуме и скажу, Даниэл, ты большая молодец, хлопаю тебя по 2 плечам. Ты знаешь, о чем я. И, конечно же, наверное, наилучший форум, на котором мне пока приходилось бывать за всю историю компании, это форум в Кишиневе, организованный Лилианой и Лилианом Крючкевич. Это просто невероятно, профессионально, круто. Вся твоя команда – это большие молодцы. Потому что так, как поддержала тебя вся команда, это дорогого стоит.
ты, как за каменной стеной, можешь быть уверена в своей команде, что ты можешь горы свернуть. Вот это факт. Мне очень понравилось, и, конечно, мы совместили это все с поездкой на наш завод. Поэтому вот аплодисменты трем организаторам. Конечно, за каждым из них стоит их команда и большая работа, которую видят только организаторы. Вы большие молодцы. Следующее. Дошли до интересного. Подводим итоги. Магия восьми. События года. И я думаю, на этом слайде все эмоции налицо. То, что там было. Вот. Давайте просто посмотрим, окунемся в атмосферу того волшебства буквально на одну минутку. Внимание на экран. Это было действительно волшебно. Это было что-то, что до сих пор заставляет меня вот так вот мандражировать и вздрагивать от масштабов того, что мы провели. Конечно, это была очень долгая подготовка, но именно это событие, я уверен, показало всем участникам APL Planet 2019 «Магия восьми», что нет ничего невозможного. Именно это событие, я уверен, останется в сердцах и в памяти у каждого участника. Именно это событие выделяет APL из тысяч других компаний. Потому что таких ненормальных президентов, я думаю, индустрия MLM еще не видела. Но самое главное, что мы не просто показывали фокусы. На протяжении 8 часов первого дня мероприятия я раскрыл всю историю нашей компании. От начала первого взлета, проблем, их решения и, конечно же, сегодняшнего успеха. Но те, кто был на этом форуме, на этом событии, безусловно, все это помнят и, конечно же, смогут передавать свои эмоции дальше. Вот. Просто я вдруг вспомнил о том, что мы очень крутое событие провели. Немножечко вспомним также о событии «Moulin Rouge», которое прошло буквально через несколько дней после события в Москве во время нашего путешествия. Весь корабль переоделся. А весь корабль – это все, кто был в APL. Потому что всех остальных не видно было. Настолько наши лидеры эмоциональны. Давайте посмотрим. Most recognizable landmarks in all of Paris, the Moulin Rouge. We'll be right back.
so fun. The dinner, the music, the costumes, the dancing, everything. It's something I will never forget. Как всегда, к вебинару мы готовим для вас очень много новых интересных роликов. Все они будут доступны на наших официальных ресурсах, поэтому ждите. Скоро все это будет доступно для использования. Вот. На самом деле, я так понимаю, что каждый год компания придумывает что-то новое, интересное и невероятное. В прошлом году мы были с вами гангстерами, были пиратами и... Были венецианские вечера, что у нас только с вами не было. Вот в этом году мы были аристократами и зажигали на вечеринке в стиле Молин Руж. Вы видите, с нами точно не соскучишься. И не просто так, я сейчас вам обо всем этом еще раз напоминаю. Наверное, вы подумаете, для чего президент сейчас вот так опять все это рассказывает. Мы и так это знаем. Я хочу, чтобы вы меня дублицировали. Что президент показывает, постоянно рассказывает о наших событиях, значит, и вам тоже нужно это делать. И поверьте, как только вы начнете продавать то, что есть в компании, а в компании вы сегодня поймете, что есть очень много всего, что продавать, вам будет проще делать этот бизнес. Наша сильная сторона, наисильнейшая, это наши события и мероприятия. Один из пяти факторов, которые выделяют APL из тысяч других компаний, это наши события и мероприятия. И мы уделяем этому огромное внимание. Поэтому всегда стоит выполнять промоушены для путешествий. Всегда нужно быть вместе с нами на путешествии, потому что это всегда что-то невероятное. Также, например, в этом году всех лидеров, которые когда-либо открывали квалификацию от национального директора и выше, я пригласил на яхту. И это была необычная яхта. В цветах бьюти мы ее подготовили. В цвете нашего нового продукта и только для избранных, только для квалифицированных партнеров. Мы сняли огромную яхту и целый день развлекали наших лидеров в Таиланде. И прогулка на каноэ, и купание в открытом море, и сумасшедшая вечеринка. В общем, что там только не было. Опять-таки, короткий. Каждый год во время круиза с компанией мы отбираем лучших из лучших, квалифицированных партнеров, самых интересных, неординарных и самых, конечно же, достойных, чтобы вместе провести целый день с утра до вечера в неформальной обстановке. Увидеть то, что они никогда бы сами не увидели, даже имея денег, не придумаешь такой отдых, который делает компания для наших партнеров. Наша яхта всегда Это не просто так. Сегодня мы будем делать фотосессию с нашими лидерами и с нашим новым 15-м продуктом Beauty и, конечно же, новой косметической серии. Поражает все. Вот эти детали, вот эти вот наши бьюти-элементы яхта. Сотрудники с элементами цвета бьюти. Благодарность огромная Сергею Сергеевичу вот за то, что он нам приготовил такой сюрприз. Мы этот отдых заслужили, и поэтому мы сегодня здесь отдыхаем, фотографируемся, со всеми общаемся. Мы плыли на яхте, Индийский океан. Прекрасная погода, и вдруг стоп, и посмотрите, куда мы попали. Это невероятное место, которое насыщено самыми известными местами. Здесь снимался Джеймс Бонд. Здесь была удивительная черепаха. Здесь был грот, насыщенный такими сталактитами или сталагмитами. Это было очень впечатляюще и необыкновенно. Классно! Просто супер! Страшно! Стенки разнимаемые.
вообще никогда такого в жизни не видела. Это сказка, это не сушко. Настолько увидела всякого, увидела крокодила, увидела черепаху. А самое интересное было, что нас крокодил захватил. И я правда орала, потому что я боялась, что я зацеплюсь головой о его зубы. Было круто! Ура! Шикарный вид! Невероятная атмосфера! О, она снимает! Всем привет! Ну, сейчас вы находитесь в таком чудесном, замечательном месте. Просто даже хочется восхищаться цветом этой воды. Цвет воды у нас тоже, даже цвет бьюти. Каждый партнер заслужил видеть эту красоту, эту роскошь, это божество и магию. На самом деле, магия во сне, это круто! А самое интересное, конечно, когда мы выстроились лодками и кричали APL. Мы единственная компания, которая в таком формате может праздновать. Если это ясно, происходит что-то невероятное, это настоящее волшебство, это магия, это чудо, это удовлетворение, это удача, это победа, это счастье, это радость, это все, это жизнь. Впервые в круизе, и я в восторге, и еще буду ездить, и буду брать мужа с собой. Мы наслаждались действительно отдыхом, да, после многодневного тяжелого труда. И вот сейчас свершилось то как раз чудо, можно сказать, когда мы действительно отдохнули. Отдохнули с компанией, отдохнули с лидерами. И нам было приятно вот чувствовать, что мы единая семья, единая атмосфера. Знаете, танцы, дискотека, плавание. Купание все было очень... в открытом океане. Я не умеющая плавать, сегодня плавала в открытом океане в Таиланде. А я ее спасал, поэтому и друга дополняем. Мы благодарим за все. И руководство, и компания, и креативный отдел, и всех лидеров, которые с нами присутствовали. Ольгу Владимировну очень не хватает ее, но мы знаем то положение. Очень счастливы за них, очень рады. И еще раз поздравляем. Ваши аплодисменты Ольге Гуриковой. Постоянно функционирует идти, и с каждым днем становится все больше и больше. Громче поднимите ваши ладони! Это круиз APL 2019. Жаль, что тебя нет с нами, но ты смотришь это магическое видео. Обрати внимание на красоты. Завораживает? Завораживает, несомненно. И рекомендую всем оказаться в рядах компаний, которые любят удивлять, которые любят баловать, которые любят радовать целиком и полностью. Потрясающая, интригующая концовка, не правда ли, от нашего ведущего Алексея Малинина? Действительно, если вы не были с нами на круизе 2019, то вам срочно нужно выполнить условия промоушена на круиз 2020, потому что мы приготовили огромное количество интересных моментов, которые останутся в памяти, в сердцах на многие-многие-многие года. Мы умеем это делать, и каждый год мы привносим что-то новое, интересное. Но об этом чуть позже. Конечно, самый завораживающий круиз «Магии восьми» он завершен. И стартовал сразу после «Магии восьми» в Москве. Магия продолжилась на корабле. Мы посетили Малайзию. Две остановки были на разных малайзийских островах. Мы были в Таиланде
и снова вернулись в Сингапур. Это было круто. И, конечно же, мы там зажгли. Чуть позже я покажу вам еще одно видео о том, как мы зажигали, как от нас бегали другие сетевые компании. Интересный будет фильм, посмотрите чуть позже. А пока я хочу также подвести быстренько итоги о 2019 году. Косметика, которая влюбляет с первого прикосновения. И она доступна. Действительно, с мая месяца, с APL Seasons прорыва, вы ждали начала продаж этой косметики. И обороты, и продажи сегодня говорят только об одном. Что мы не ошиблись в выборе. Что мы действительно дали нужный продукт, который с первого раза влюбляет. Но если вы знали, что творится здесь с этой косметикой, мы привезли в подарки эту косметику, и нас просто готовы на руках носить, потому что она творит чудеса. Как мы и презентовали ее в Турции, с первого прикосновения эта косметика влюбляет. Это действительно что-то невероятное и потрясающее. Поэтому это то достижение, чем лично я очень сильно горд. Горд, что Оля очень основательно подошла к выбору ингредиентов, потому что детально проработана упаковка, все моменты учтены, и это действительно получилась косметика премиального уровня по доступным ценам. И продукт, который мы дали, как вы знаете, еще и на первичную закупку. Следовательно, у вас есть огромная возможность просто увеличивать свои товарообороты. Следующее достижение, чем я очень горжусь, конечно, это нашим юбилейным 15-м продуктом. За 8 лет 15 продуктов серии Accumulate Essay. И, конечно же, внутри косметика Beauty, наш новый 15-й продукт, он по праву занял лидирующую позицию наверху, и я уверен, что это будет самым продаваемым продуктом или одним из самых продаваемых продуктов нашей компании, потому что весь мир сегодня помешан на коллагене. По крайней мере, здесь вот уже месяц, находясь в США, я понимаю, что это какой-то дурдом просто-напросто. Его едят ложками, он невкусно пахнет и невкусный по ощущениям. Его делают из хрящей курицы, его делают из рыбы, из рыбьих хрящей, костей, его делают либо из говяжьих, но все это животного происхождения, мы же используем уникальную технологию Accumulate Essay из клубники и других ингредиентов. Мы берем все самое необходимое и нужное, чтобы ваш организм вырабатывал которые так необходимы для того, чтобы ваши ногти сияли, чтобы ваши волосы были лучше и, конечно, цвет лица. То есть, ну вот, внутри косметика этим все сказано. Мы проводили отдельные вебинары на эту тему. Уверен, в следующем году мы продолжим. И самые главные результаты – это те, которые будете рассказывать вы. И не просто так я перешел сейчас так вот сильно пиарить наш бьюти как внутри косметику, потому что, например, в США, у меня нету слайда, посвященного этому, но в США и в Турции мы как делали supplements. То есть уже в двух странах из огромного количества открытых стран наша продукция как пищевая добавка. Это говорит о том, что мы уже можем утверждать о каких-то полезных свойствах нашего продукта. Вот об этом мы поговорим, о сертификатах тоже поговорим. Вот, ну, это тоже такая победа, чем мы очень сильно гордимся. Вот, еще раз всех нас поздравляю с нашим юбилейным 15-м продуктом. И только на одном продукте Beauty можно делать миллиардные обороты. Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все наши новички, все наши лидеры, особенно приглашенные, если таковые имеются здесь сейчас на нашем вебинаре. Вот можно все 14 продуктов отложить в сторону, взять только продукт Beauty, переименовать компанию APL на BTI или Beauty
И только на одном продукте бьюти делать миллиардные обороты. Потому что рынок внутри косметики увеличивается с каждым днем. С каждым днем он все больше и больше охват берет. Вы только задумайтесь. У нас с вами есть уникальный продукт. Он очень вкусный. И результата не надо ждать месяцами. Под язык положили конфету. Наслаждайтесь, занимайтесь тем, чем вы занимаетесь. И результат приходит. А в комплексе с нашей косметикой результат будет просто мгновенным. Все. Ну, конечно, как можно отложить наш продукт Melz? Конечно, нельзя. Можно отложить все продукты, назвать компанию Melz и только на одном продукте Melz сделать миллиардные обороты. Потому что в компании есть продукт, который готов прийти на помощь, когда у вас в организме что-то ненормально. Огромное количество паразитов, грибков, вирусов и всяких червей уходят из вашего организма. Вот такой вот есть продукт. У нас есть продукт Alt. Представляете, продукт. И, наверное, мое мнение, высказываю свое личное мнение, как меня научили адвокаты здесь в США, который может помочь вам, если у вас трудности с дыханием. Например, когда цветут растения от животных, от пыли, от чего-то, что угодно, у вас проблема, есть Alt. На одном Alt можно делать сумасшедшие обороты. И так я готов рассказывать про каждый продукт. Например, норм. Сколько людей в мире, у кого есть проблемы с сахаром? Миллионы. У нас есть продукт норм. Я не могу сказать, что мы вылечим сахарный диабет. Никто не может этого сказать. Но я знаю, что есть продукт норм, который этим людям просто необходим. Вот. Опять-таки, мое личное мнение. Вы можете не согласиться с ним. Поэтому я советую попробовать. У нас 15 уникальных продуктов. И о каждом я могу говорить часами, потому что это наша гордость. Я действительно горжусь нашими продуктами. Надеюсь, вы тоже. Поаплодируем, поставим плюсики нашим продуктам. Супер. А мы продолжаем дальше. Чем же 2019 год запомнился лично мне? Он запомнился рождением огромного количества новых лидеров. В этом году их множество. Поэтому все плюсики и аплодисменты нашим лидерам. Потому что вы гордость и опора APL. Я счастлив, что в APL такое количество людей, целеустремленных, самое главное, желающих изменить жизнь не только свою личную и своей семьи, но и своего ближайшего и дальнего окружения. Людей, которые действительно думают о других людях больше порой, чем о себе. И 19-й год, он показал такой результат, как рождение огромного количества новых лидеров. Я знаю, что способствовало этому. Конечно же, это магия и правильная подготовка к этой магии. Хорошо спланированная, как я говорил во всех роликах, и отрепетированная. Множество национальных директоров, которые в этом году появились, прошли испытания на летней академии здесь, в Майами, в прошлом году. Уверен, что это и ряд других событий послужило тому, что они очень сильно и быстро стартанули. А те партнеры, которые по каким-то причинам не были на академии, вот они немножко пробуксовали. Поэтому никогда нельзя пропускать события компании, запомните это. Все события уникальные, яркие, интересные, но 2019 год показал, что действительно волшебство, когда люди начинают и добиваются больших успехов. Я мог бы сейчас перечислять всех квалифицированных партнеров, всех, кто получил награды на APL Planet, но это опять будет затянутый наш вебинар, как это было в прошлом месяце. Я уже каждого поименно называл, сейчас лишь повторю. Я счастлив, что у меня есть такие лидеры, как вы. Спасибо каждому, кто в этом году сделал больше, чем все остальные. Ну, а мы переходим к событиям, которые нас с вами ждут в ближайшем будущем. 8 и 9 февраля форум в Украине. Трансформация.
И хочется сразу сказать, что традиция проведения форумов хорошо прижилась в APL, когда лидеры берут на себя организацию событий. Это действительно очень круто. И я хочу вам показать ролик, который подготовила команда Артыка и Александра Мурадовых. Они сделали видеоролик приглашения на форум «Трансформация». Посмотрите, пожалуйста. Которую ждали все. 8 и 9 февраля в Харьков Палас состоится первый международный форум «Трансформация». Измени свою жизнь с APL GO. Семья Мурадовых тоже очень быстро в этом году ворвалась на пьедестал славы, аллеи. Их приглашают выступить в разные регионы, даже где у них не было на тот момент еще своей структуры. Но действительно, вот человек может прийти, неважно, что компании, казалось бы, столько времени на рынке, прийти, увидеть и победить, заявить о себе. Поэтому я обращаюсь ко всем новичкам. Если вы действительно лидер, то просто возьмите и сделайте. Не надо ждать от спонсоров или еще от кого-то каких-то решений за вас. Просто возьмите и начните действовать. Просто начинайте проводить сами. И поверьте, о вас заговорят. То же самое начали делать вот Александра и Артык. И я счастлив, что так быстро они ворвались в окружение. И несмотря на то, что только год в декабре, как они приняли решение быть в семье APL, уже организовывают форум. Я уверен, форум пройдет на высшем уровне, потому что знаю сценарий, знаю повестку лидеров, то есть все темы, которые будут раскрываться. Знаю о бюджете, который Артык выделил на подготовку. Это очень круто. И сегодня присоединяется огромное количество лидеров в Украине, потому что ничего подобного на рынке нет. Если у вас есть знакомые в этой стране, пожалуйста, вперед. Приезжайте, рассказывайте. Продукция есть, доставка работает, система выплат, вот вывод средств работает, компания 100% легальна, открыто предприятие, то есть компания открыта на Украине или в Украине, правильно. И все работает. Несколько РЦО открыто уже в этой стране. То есть, и плюс доставка на дом. То есть все, что должно быть для легальной, правильной, безупречной работы в стране, компания все подготовила. Единственное, чего нам не хватает, это больше лидеров, больше людей, которые хотят изменить жизнь. Я знаю, что с финансами, с маркетингом в Украине очень тяжеловато, поэтому APL как нельзя кстати заходит на рынок. Есть знакомые? Вперед! Давайте поднимем эту страну вместе. Делаем, вперед! Еще раз, Артык, Александра и все твои спонсоры, вам физкульт, молодцы, действуйте, покажите всем, как можно круто проводить мероприятия и запускать страну. Вы думали, я забыл про свой любимый пазл? Нет, я не забыл. Я не устаю вам напоминать о том, что APL – это очень уникальная эксклюзивная компания.
компания, где все сошлось как нельзя кстати. Я уже начал говорить о нашем продукте. Действительно, каждый из 15 продуктов, он уникален. А сейчас добавил еще косметика. И в ряде стран есть серия All Time. Продукция навсегда. Это наши чаи, кофе, кисели, каши, батончики. И эта серия тоже будет пополняться. Но продукция, которая не имеет аналогов в мире. Продукцию, которую хочется покупать, даже если ты не зарабатываешь или ты не используешь маркетинг-план. Продукция просто для потребления. Продукция, которая работает практически моментально здесь и сейчас. Продукция, сертифицированная во всех странах присутствия. Продукция, которая выпускается на собственном заводе. Продукция, аналогов которой нет. И действительно, за этим стоит большой будущее. Возможности. Это наш маркетинг-план. Вы видели на главном событии, на APL Planet, чеки, которые мы вручаем по всему миру, и эти суммы. Они будоражат, они действительно вдохновляют. Потому что маркетинг-план APL прописан таким образом, что и новичок, даже без опыта, придя в компанию, может очень быстро добиться успеха, очень быстро выйти на хорошие доходы. Я начал говорить о наших событиях, о путешествиях, и первая часть нашего вебинара была посвящена тому, как много мы путешествовали в этом году и как неординарно мы путешествовали, как было ярко и круто и незабываемо. Но не могу не сказать о системе. Ведь система – это не просто обучение, которое в APL выстроено детально. Мы сейчас будем говорить именно о системе и системности в компании APL. Это еще один очень мощный козырь в вашем рукаве при встрече с любым другим сетевиком. Или даже с новичком, который не знает, что такое MLM. Человек из традиционного бизнеса, просто работник среднего звена, не имеет значения. Наша компания будет развиваться всегда, даже в кризис, когда с экономикой все в порядке, потому что все идеально собрано. Если вы новичок и с вами не работает ваш спонсор, у нас есть система Go. Вы заходите на сайт и обучаетесь, и получаете все необходимые инструменты. Об инструментах чуть позже поговорим. И, конечно же, руководство. В каждой стране мы нанимаем профессионалов, нужных, необходимых людей, которые будут помогать компании развиваться и вести мощную махину к успеху. Вот. На картинке не просто так показан только я, потому что очень, вы знаете, что рыба гниет с головы. Вот, чистит ее с хвоста, вот, на нее-то она взяла с головы. Поэтому очень важно, кто стоит у истоков компании. Как вы знаете, стоит амбициозный, молодой, чертовски обаятельный президент. Человек, который сам прошел путь сетевика и знает все трудности и сложности в MLM. И я заработал свой миллион в 21 год. И слава богу, это был не последний, потому что свой первый я очень быстро и потратил. Вот это, наверное, беда всех молодых предпринимателей, когда сваливаются огромные суммы, их просто от них кружит голову. Думаю, успех 8 лет даже создания APL говорит о многом. Мы идем в правильном направлении, и вы мне можете доверять. Ну, собственно, у вас нет выбора. На рынке, проанализировав даже компании, которые недавно стартанули в США и в Европе, которые уже много лет на рынке, я понимаю, что ничего подобного в индустрии MLM нет. Компании, которые выходили, громко о себе заявляли, кричали, били себя в грудь, что мы крутые, мы лучшие, их сегодня нет. Как нет компаний, которые предлагали различные там возвратные бонусы, компании со всеми криптовалютами, компании с различными инновациями. Где они все? Их нет. Только проанализируйте, пожалуйста, ведь у нас сегодня вебинар, посвященный подведению итогов года. Проанализируйте, пожалуйста, каждый, как много людей из вашего окружения, сетевики, не сетевики, возможно, ваши партнеры бывшие или настоящие, предлагали сколько вам проектов. Возможно, одни и те же люди предлагают вам с какой-то периодичностью все новый и новый проект. Сначала они об одном проекте круто говорят, потом о втором, потом о третьем.
И так постоянно. Проанализируйте 2 года, отмотайте назад. Эти же самые люди постоянно что-то новое и новое предлагали. И кричали, что тут лучше маркетинг, тут хорошие выплаты, тут еще что-то. Где они сегодня? Многие возвращают свой APL. Потому что мы семья, мы понимаем, что накосячил ребенок, ну, наказали, поругали, похулили, но куда? Все свой родной. Также мы относимся ко многим партнерам, за исключением тех, кто уж очень сильно безобразничает. Вот, ну, мы семья. Поэтому, когда мне говорят лидеры, что вот такой-то лидер увел команду, ушел, я понимаю, что куда увел? В компанию, которая никогда не достигнет тех результатов, которые есть сегодня у APL. Если компания новая, и она только создается, то, безусловно, будет сложности 1 года, сложности 3 лет, сложности 5 лет, 7 лет и так далее. Всегда это происходит. И вот многие компании не справляются с этими сложностями и закрываются. Многие американские, европейские компании на рынках СНГ не приживаются. Почему? Курс растет. А они привязаны к своему доллару или евро. Продукция идет оттуда. А у нас свой собственный завод. И мы не подвержены этим трудностям. Более того, на протяжении всего года проанализируйте наш сайт, посмотрите все промоушены. Мы постоянно даем вам подарочные продукты. Это говорит о том, что у компании есть определенная подушка, которая позволяет нам вас поддерживать дополнительно. Действительно, если проанализировать все, что происходит в APL, какая-то гордость берет. Не потому, что я создатель этой компании или руководитель компании. Не потому, что я президент, и я должен вам это говорить. Нет. Я действительно ставлю себя на место дистрибьютора и понимаю, что нам удалось создать уникальное предложение, аналогов которому нет. Где вот все сошлось. Продукция, возможности, руководство, система, события. Все, что должно быть в компании, все идеально. И за это прям берет гордость. Мы действительно в правильной компании. Вот говоря о системе, хочется говорить не только об обучении, но и о системе поддержки. А это невозможно без создания уникальных продуктов. И ведь каждый продукт, он уникален. Огромное количество инструментов от футболок в этом году, стартер-хитов, журналов и просто сувенирной продукции мы выпустили и презентовали на APL Planner. Давайте с вами разберем просто нашу даже сувенирную брендированную продукцию. Как-то меня лидеры спрашивали, когда у компании появится сувенирная продукция. Так вот, она, пожалуйста, появилась, в бэк-офисе можете заказать. Вот, посмотрите, шикарные значки, брелки на ключи, зажимы для денег. Вот такая потрясающая флешка, которая всегда у меня с собой. Такая мужская, брутальная. APL. Вот. Если у вас нет, я не знаю, как вы ведете бизнес. Потому что сегодня можно всю информацию вот иметь вот здесь вот. И на ключи. Вот. Мне вот подсказывают женскую, покажи женскую. Ну, женской я не пользуюсь, но я знаю, что дамы любят в сумочке носить вот такой вот брелок, как брелочек он, но смотрите, какая красивая флешечка, если вы не видели. Как бриллиантик. И тоже APL. Все APL, все. Потому что календари, зонты. А, смотрите. Зажим для бумаг или для денег. Такие вот уникальные есть у нас. А самое главное, календари. Каждый год мы их выпускаем. Каждый год даем. И их можно использовать как визитки. Первый раз провели презентацию. Потому что на обратной стороне вы можете оставить свой телефон и имя. Всегда же календарик нужен. А такой стильный, красивый, заодно поможет вам презентацию провести. Вот вам пазл. И быстренько провели презентацию, как я вам провел. Коротко о продукте, о возможностях, о путешествиях, о системе и о президенте, о руководстве. Показать, какое количество стран посетили с компанией. Более 35 стран, представляете? За 6 лет. Компании 8, но мы 6 лет только путешествуем. А нашей системе очень простая, 5 шагов.
что нужно делать, чтобы добиться успеха. Все здесь описано. Ну и, конечно, чтобы вы не забывали, как выглядит наш продукт. Оставили на обратной стороне, написали номер телефона и свое имя. Поверьте, вам позвонят. Очень легко использовать эти инструменты, чтобы добиваться успеха. Не могу не рассказать о новом стартер-ките, обновленном стартер-ките, который вышел. Во-первых, обновленная MLM-тетрадь, с которой легко работать, используя на презентации, просто показывая свои... Здесь записываются записи, а здесь используйте ее всегда для презентации. Разбираете состав, проводите презентацию о продукте. Разумеется, есть наша косметика, новая 15-я дороже бьюти, все наши продукты и не только. О наших событиях, все события компании, где мы были, каких результатов мы достигли за 8 лет. Все есть в этой папке. Но самое главное, здесь есть в самом начале то, что необходимо знать каждому новичку. Из чего складывается система? Как от одного шага переходить к другому? Как правильно начать общаться? Как должен выглядеть партнер компании? Что нужно начинающему оратору? Все это вкратце изложено в этой MLM-тетради. Представляете, мы продумали все детально и пошагово для вас. Список наших мероприятий, чтобы вы не забывали, какие дни, что проходит в APL. Поэтому да, даже эту тетрадь новичку, поверьте, если он хочет, он сможет добиться успеха. Только благодаря одной этой тетради MLM. И все детально прописано, как в книге первых шагов. А вот мы дошли до нашего стартер-кита. Кстати, здесь, когда мы начали готовить инструменты в США, мы показали в ряде компаний, в типографии, наш стартер-кит. Причем компании, типографии работают с огромными MLM-компаниями, с крупными MLM-компаниями. Они были поражены, что такое вообще возможно. Действительно, наши партнеры, они немножко очень сытые. Не хочется говорить «зажрались», хотя так оно и есть, да? Но они немножко сытые, немножко покушали, или немножко покушали, и уже не обращают внимания на то, какое количество всего офигенного в APL есть. Потому что когда много всего и сразу перестаешь ценить, это вот как ребенок, который растет в семье, когда всегда конфеты на столе, всегда в магазине все, что хочешь, покупаешь, его ничем не удивишь. Очень трудно избалованного ребенка чем-то удивить. В APL каждый партнер, он чересчур избалован. Ну, потому что мы семья, и мы любим своих партнеров. Вот, наверное, поэтому. И у нас огромное количество инструментов выпускается каждый год. Вот я не могу не сказать, вот сейчас обновили мы нашу флешку еще одну. Посмотрите, какая она шикарная. Тоже у нас хотели ее отжать здесь. Не знаю, почему в Америке так не делают. Посмотрите. На руке. Раз. То есть всегда носите браслет. У вас всегда спросят, что это такое, почему ты достоин аплодисментов. А вы снимаете флешку, вставляете в устройство и показываете видеоролики, показываете презентацию. Все здесь есть. Все, что вам необходимо. И о продукте, и о наших путешествиях, маркетинг-план. Все здесь, вот на этой флешке. Все записано. Конечно же. Еще одна горка, да, понятно, календарики, буклеты. Что нужно делать, чтобы заработать первую тысячу, первые 5000? Все расписано простыми шагами, чтобы вы показали новичку, что ему нужно делать. В стартер-ките прописано все. О наших продуктах, с бьюти, с постоянно добавляем, постоянно обновляем. Все наши 15 продуктов здесь. Про образ жизни в APL. Все, что нужно делать. Во-первых, ваш новичок получает мотивацию. Ну, а главное, конкретные шаги к действию. Каталоги. Тоже обновленные. С бьюти. И
то, что мне нравится больше всего в нашем стартап-ките, это первые шаги в бизнесе. Берете вот эту книжечку, она есть только в стартап-ките эксклюзивно, и по шагам проходите и добиваетесь успеха. Все! В APL есть все для того, чтобы вы добились успеха. В APL есть все и даже больше. Самое главное, начните использовать инструменты компании. Об этом и есть один из наших шагов успеха. Первое. Стать партнером APL. Второе. Пользоваться продуктом и получать свои результаты. Не получить невозможно. Изучать и показывать инструменты. Шаг номер три. Четвертый. Приглашать людей на ПВК, на презентацию возможностей компании. И поставить цель. Все. И ваш бизнес сделан. Вот очень важно не пропускать ни один из шагов. Третий шаг. Изучать наши инструменты. Они потрясающие. Вот. Дальше. Вот. Посмотрите, какой шикарный инструмент. Бац. Бац. Магия. Те, кто еще не знают, она существует. Для него и для нее. Суперинструмент. Огромное количество интервью. Вот берете этот журнал, и в поля. К сожалению, нет, уже вот практически не осталось предыдущего номера, где вся презентация прописана. Но эти журналы еще имеются. И мне кажется, это лучшее в индустрии MLM издание, которое только может быть. И много интервью, много историй успеха, конкретных шагов, что вам нужно делать, и, конечно же, получить мотивацию о том, просто как компания круто умеет организовывать свои события и как она ценит своих партнеров. Следующий наш инструмент позволяет вести бизнес на ладони. Это наше приложение. Прямо сейчас зайдите и скачайте себе приложение, если у вас его нет. И на Android, и на iOS. Доступно приложение. И хорошая новость. Те партнеры, которые скачают приложение до конца года и установят себе, смогут пользоваться этими приложениями бесплатно, то есть безвозмездно. Все. Потому что после Нового года приложение будет доступно за определенную сумму. А тем партнерам, кто воспользуется предложением бесплатного, то есть подарка от компании, вы можете навсегда себе его установить бесплатно. Вот. Поэтому мы решили, чтобы каждый дистрибьютор мог вести свой бизнес, не выходя из дома, не выключая своего смартфона. Просто. Огромное количество приложений мы уже обновлений сделали. То есть вы видите всю бухгалтерию, вы видите весь свой бизнес там, в вашем телефоне. Еще одна гордость 2019 года – это вот такая тетрадь. Просто подводя итоги, я всегда анализирую, что же шикарного произошло в прошлом году. А вот в 2019 уходящем году прошло событие, о котором мы с вами говорили. Это APL Seasons прорыв. И мы каждый год на Seasons готовим хорошие инструменты. В прошлом году тоже была тетрадь, где мы расписали весь второй шаг, что нужно, да, все тренинги. А вот в этом году я хочу остановиться на этой тетради более подробно. Я понимаю, что купить ее невозможно, так как она была доступна только для участников APL Seasons. Но те, кто был на Seasons, должны правильно ее использовать. Во-первых, мы прописали большой бизнес-семинар. Дословно, как его нужно проводить. С указанием слайдов из ПВК, которые должны включаться во время большого бизнес-семинара. Я анализирую, смотрю ваши социальные сети, наших партнеров, и вижу, что по-разному все равно проводятся большие бизнес-семинары. Вот я настоятельно рекомендую проводить большие бизнес-семинары вот по этому сценарию. Тогда результаты будут еще более волшебными и колоссальными.
Но самое интересное, что с этой тетрадью можно проводить презентацию компании. Все ПВК мы разместили в эту тетрадь. Вы просто берете, если у вас нету проектора, и проводите презентацию компании. Почему APL дороже? Чем они лучше соков, капсул или таблеток? Да ничем не хуже, ничем не лучше. Просто наши дрожжи вкусные, удобные и полезные. Именно удобные, вкусные и быстрые. Это как музыку слушать на виниловых пластинках или на кассетах, а потом перематывать кассету обратно. Никто же этим не пользуется сегодня. Кто из вас пользуется аудиокассетами? Или MP3-дисками? Сегодня-то плеер мало кто слушает, потому что вся музыка есть в облаке. С телефона миллион композиций. Никто же из вас не пользуется кассетами. Так почему до сих пор люди глотают таблетки, капсулы, порошки какие-то разводят? Задумайтесь, 21 век на дворе, а мы все с вами по-старому, используем старые технологии. APL совершила прорыв в индустрии питания. Мы поместили все полезное, нужное, усилили за счет технологии аккумулятора и поместили все в вкусную конфетку. И дети, и взрослые, все на ходу, на бегу, в машине, в самолете, где угодно. Положил под язык, наслаждаешься вкусом и получаешь сумасшедшие результаты. Вот, легко проводить презентацию, правда? О каждом продукте, весь маркетинг-план, все здесь, в этой тетради. Что нужно сделать, чтобы достичь квалификацию амбассадора? Все расписано. Просто переворачивайте страницу за страницей, и ваша презентация сделана. Задумайтесь, какой инструмент креативный отдел для вас подготовил. Все наши путешествия, где компания была. Просто показывайте тетрадь, и проводите презентацию. Вот если до сих пор те 1000 человек, которые были на прорыве, не стали использовать эту тетрадь, тогда вы зря приезжали в Турцию. Просто зря. Мы вам подарили бесплатно шикарные инструменты, а вы ими не пользуетесь. Я на протяжении всего дня рассказывал, как проводить большой бизнес-семинар, и точно так же показывал, как использовать тетрадь. Также. Есть шикарная здесь тренинговая часть. Вся тренинговая часть прописана в этой тетради. И так каждый год. В 2018 году мы тоже делали тетрадь. И тоже давали очень полезные тренинговые части, которые вы больше нигде не найдете. Эксклюзивные материалы. И я знаю, что мы готовим на вышку. Само название, да, вышка. Как высшее образование. В индустрии сетевого маркетинга будет доступно с 15 по 22 мая в Турции. И поверьте, мы опять дадим вам нужный инструмент для работы. Поэтому быть на Seasons – это значит обеспечить себя и свое окружение, свою команду правильными, нужными, современными инструментами. Еще один инструмент, о котором я не могу не сказать – и он вам достается абсолютно бесплатно. Это наш официальный канал на YouTube. Самые мотивирующие, вдохновляющие видеоролики о вас и для вас. Заходите и мотивируйтесь. Компания тратит огромное количество ресурсов для того, чтобы создать инструмент, который будет работать за вас. Все, что вам нужно, включить видеоролик. И все. Поверьте, ваш бизнес будет сделан. Не пытайтесь сами что-то рассказать. Покажите уровень компании. Это впечатляет. Вот, и ваш бизнес будет сделан за вас. Огромное количество роликов. Это действительно то, подводя итоги, за что я горд в APL. Это наша сильная составляющая. Но я хочу вам показать инструмент, который изменит вашу жизнь. Это, наверное, самый невероятный инструмент в индустрии сетевого маркетинга для достижения успеха. Знаете, какой? Хотите, я вам его сейчас продам? У вас его нет.
Пока не включаем следующий слайд. Не включаем следующий слайд, я покажу. Вот он. Мы ее назвали «Рабочая папка». Посмотрите. Какая шикарная рабочая папка есть у президента. А у вас она есть? Пока не показываем слайд, но я хочу вам показать ее, эту папку. Пазл сложился удачно. Идеально, я бы сказал. Вот те 5 факторов, которые выделяют APL из 1000 других компаний. А дальше. Возможности в APL это. И дальше. Мотивационный текст. Мотивация. Красивая? Посмотрите. Команда это. Итоги за 8 лет. Что нужно сделать, чтобы стать амбассадором? Прайс компании. Когда вас спрашивают, а где это купить? Сколько это стоит? Каждый продукт. Сколько стоит для клиента и сколько стоит для дистрибьютора. Сразу цена очевидна. И тут есть наша косметика. Все написано. На первичку, на вторичку. Все описано. А здесь, смотрите, бьюти. Потому что кто-то спрашивает, а где же бьюти взять? И о каждом продукте, смотрите, состав. Круто. Каждый продукт. И тоже есть бьюти. Косметика, дороже. Дороже, косметика. И все, что нужно знать о составе, все здесь. Круто. А теперь спрашивайте, а где купить? А сколько стоит? Я вам все расскажу. И где купить, и сколько стоит, я знал, что этот подарок вам понравится. Это подарок вам всем на Новый год от креативного директора, моей супруги Ольги Куликовой. Хорошо, что сейчас она спит, потому что она была бы в шоке от вашего вопроса, где это купить. Serial Time, про наши батончики, смотрите, с профессиональной фотосессией, с описанием. Кофе, каши, кисели, фреш. О нашей системе обучения, о наших мероприятиях, которые нужно знать каждому. Все в цветах. Наши шаги достижения успеха. Все есть в этой папке. В какой день что проходит. Новичок сразу будет все знать, что ему нужно делать. События, которые будут в компании. 3 ближайших события. Seasons, круиз, семейные традиции. И в следующем году, в 21-м уже году, Golden People. И о каждом событии отдельно. Что нужно сделать, условия для попадания. Круто! А вот дальше начинается... Смотрите, что. Дальше начинаются фотографии. Узнаете себя? Кто был вместе с нами в Доминикане на обновлении свадьбы? Мы подобрали лучшие кадры. Вот они здесь. А вот с Лас-Вегаса фотография. А вот фотография с летней академии. А вот гангстерская и пиратская вечеринка. А вот мы на Кубе автопробег делали. Вот пиратская вечеринка. О, мы были с вами на Бали. Видите, на слонах, со львами. Seasons проходил так круто, 1000 человек было в зале. Это наш последний круиз. Смотрите, какие шикарные фотографии. А это вечеринка Moulin Rouge. Вау! Так это же событие APL Planet в Москве. Как эффектно появился президент. А потом ему вручали кубок Мерлина. Единственному иллюзионисту в России за всю историю вручили кубок Мерлина. В зале было более 2500 человек. Вот они. И все на фотографии. Круто. А дальше смотрите, что идут. Дальше идут все наши доказательства того, что продукт сумасшедший, что продукт невероятный. Все сертификаты. Абсолютно все. Про стандарт. Тюф, халяль, коша, ИСО Евразийского союза. Сертификат соответствия Республики Молдовы. ИСО 9000.
и 22 тысячи. Все, все стандарты. Вот он, халяль и кошер. И в этом году мы продлили еще на год. Мы прошли еще очередной аудит. А в самом конце визитки. В данном случае, так как папку готовила Ольга, она положила свои визитки. И вы точно так же можете положить визитки, провели презентацию, достали визиточку и подарили вашему приглашенному. Представляете? Шикарный инструмент! И он доступен для вас совершенно бесплатно, то есть даром. Покажите следующий слайд. Все для продуктивного ведения бизнеса каждого партнера компании APL. Облако для партнеров. Все эти файлы скачиваются и распечатываются на обычном цветном принтере. Не надо на черно-белом. На цветном принтере распечатали, купили в канцтоварах папку, файлики, вложили и используете. Фотографии заходите скачивать на фото APL. Скачиваете оттуда те фотографии, которые вам нравятся, и используете для презентации. Сертификаты все также есть в папке. Все, что нужно для оформления вашего офиса, тоже есть в этой папке. Расписание мероприятий тоже в этой папке. Музыка, которая должна идти. Видеоролики. Все есть в рабочей папке для партнеров. Вы представляете? APL создал еще дополнительный такой ресурс бесплатный, который постоянно обновляется. И вам не нужно ничего тратить. Не нужно ждать. Не нужно тратить деньги на стартер-киты, если у вас их нет. Не нужно говорить, что у вас чего-то нет, поэтому вы что-то не делаете. Вы просто заходите и берете, и пользуетесь то, что компания за вас приготовила бесплатно. Я действительно счастлив, что в APL есть такой креативный директор, который постоянно думает о вас. И за вас тоже думает моя супруга. Чтобы сделать вам такой инструмент, чтобы вам вообще не приходилось ни о чем думать. Вам понравилась эта папка? Она бесплатная. Максимум вы потратитесь на типографию. Ну и то не обязательно. Просто на цветном принтере распечатайте. Мы сделали здесь то же самое. На цветном принтере. Все распечатали на цветном принтере. Вот. Ну а теперь давайте подведем еще. Уже полтора часа мы с вами проводим наш вебинар. Сегодня новогодний вебинар. Поэтому я должен рассказать немножечко новостей. Кофе сделай, пожалуйста. Следующий слайд. Вы все ждете новостей о США. Давайте я вам расскажу, что у нас происходит в США. А в США мы запустили и с 1 января начнет действовать новый маркетинг-план. Ну, не так уж, чтобы новый. Но благодаря этому мы открыли дополнительные возможности для заработка. Мы сделали дополнительные преимущества в рекрутинге. Тем самым стали 100% легальной в индустрии во всем мире. Именно поэтому следующим этапом будет запуск аналогичной системы в Европе, а затем по всей компании. Все это будем делать поэтапно, хотя мы с нашими амбассадорами уже и золотыми амбассадорами провели двусторонний звонок. И они говорят, давай быстрее запускать такую и у нас в России. Но в России мы пока не готовы к такому быстрому и в СНГ запуску. Поэтому все будет происходить поэтапно. Но, я думаю, вы обратили на четвертый пункт. И в Европе, и в США продукция в два раза дешевле будет для наших партнеров. То есть, если сейчас стоит 50, то наши партнеры за 25 США уже на протяжении полугода приобретают продукцию. То же самое будет и в Европе, а потом по всей компании. Также эксклюзивная клиентская программа. Возможность стартовать без вложений. Представляете? И моментальный ввод и вывод комиссионных. Все это уже опробовано в США. И с 1 января мы запускаемся. Буквально позавчера у меня состоялся звонок с нашими партнерами, которые запускали систему здесь, в Америке. Чуть-чуть видоизмененный бэк-офис. Но лидеры от квалификации национальный директор выше
в Германии уже знают отличия в маркетинг-плане. Наши золотые амбассадоры и амбассадоры компании знают отличия и уникальность в маркетинге в Америке и в Европе. Могу вам сразу сказать, мы не меняем маркетинг-план. Компания добавляет дополнительные преимущества, не более того. На протяжении всех 8 лет компания ни разу не ухудшала маркетинг-план. И сейчас мы этого делать не будем. Мы просто добавили новые вводные, новые данные для того, чтобы быть полностью легальной компанией. Добавили возможность стартовать без денег. Представляете, всего за 25 долларов, ну или условных единиц, человек приобретает себе бэк-офис и дальше может без денег начать строить бизнес. За счет клиентов и покупателей. Всего 25. Промоушены можно будет выполнять, не покупая сверхактивность самому, а используя клиентов или свою команду. Но такие вот интересные фишки, которые меня просто вдохновляют, если бы я был дистрибьютором. Так как я не дистрибьютор, а собственник бизнеса, я понимаю, что это будет ударять по бюджету компании. Но мы на это готовы. И действительно, подводя итоги уходящего 2019 года, могу сказать, что этим я тоже горжусь. Это круто. И мы на предстарте. И в апреле месяце мы сделаем праздничное, помпезное открытие с рынка США, где, уверен, будет более 1000 партнеров присутствовать, где будет уже чествоваться первые лидеры, которые вышли на чеки в десятки тысяч, благодаря новостям, которые вот коротко я вам в один слайд засунул. Вот, конечно же, в ряде стран мы будем это запускать и более детально будете узнавать о изменениях. Изменения-то они, все лидеры знают их? Нет. Есть просто дополнение к маркетинг-плану, которое просто очень круто будет играть на увеличение товарооборота. Очень круто у вас увеличатся чеки только благодаря тому, что мы ведем несколько новых позиций в бизнес. И это, конечно, очень круто. Вот. Я тут в блогеры подался. Вот после года магии и волшебства, когда был иллюзионистом, тут потихонечку меня все уговаривают чаще и чаще заходить и вести свой сторис, показывать, как идет жизнь президента здесь, в Америке. Вот, я, конечно, не очень охотно это делаю, в основном показываю, как я жарю стейки, это я делаю потрясающе. Вот, ну и нет-нет, что-то да, вот, вроде показываю немножко свою жизнь. Но креативный отдел меня уговорил объявить конкурс. Я это сделал с удовольствием и был поражен. Более 600 комментариев я не ожидал. Но скажу вам честно, прочел все. Лично читал каждый комментарий. И я думаю, что это еще один мощнейший инструмент. Просто зайдите на мою страницу, прочитайте все комментарии, вы поймете, насколько действительно крутая компания. Вот лично меня это все вдохновляет. Я понимаю, что не зря мы стараемся. И даже сегодняшний вебинар, видите, так рано по нашему времени пришлось встать, чтобы подготовиться для вас. Эмоции и драйв чувствуются, уверен, даже через экран и через океан. Ну что, подведем итоги. Я выбрал 5. Было, честно говоря, очень трудно выбирать. Но я был непредвзят. То есть я действительно читал комментарии и выделял те, которые мне понравились. Очень много было повторяющихся, но у каждого же есть свое мнение. Я даже ставил лайки комментариям, где не просто ладошки приставили, смайлики, а где вы действительно постарались что-то написать, я ставил лайки. На один комментарий я даже ответил, не удержался, поэтому ему, собственно, и первый, как первому победителю даю свой обещанный подарок. Можно покажем всех 5, пожалуйста, победителей? Я говорил про Олега Тимофеева. Единственный комментарий, на который я не удержался и прокомментировал, где же продолжение? Заинтриговал. Спасибо, Олег. Также благодарю Кирилла Колганова. Тоже очень безумно понравился твой комментарий. Мне понравились стихи Ольги Дубинской, посвященные и мне, и Ольге. Благодарю.
Miss Sweet APL. Ваш комментарий и комментарий Натальи Бусуёк. Вот 5 комментариев из более чем 600. Я отбирал. Это лично мое мнение, поэтому не хочу никому понравиться, не хочу, чтобы кто-то говорил, что он думал бы по-другому. У каждого свое собственное мнение. Конкурс объявлял я, поэтому поздравляю. Действительно, наверное, из всех самые вот те, что меня тронули больше всего. Вот. Наверное, я и дальше буду какие-то конкурсы объявлять. Подарки мне нравится вручать, вы это знаете. Вот. А теперь мы с вами должны немножечко поработать. Поздравляем тех, кто выиграл. Следующий слайд. Теперь я хочу, чтобы следующие 15 минут мы с вами продуктивно поработали. Чтобы был сегодняшний вебинар не просто напитан мотивацией, да, и подведением итогов, а также еще и вы получили полезные какие-то навыки, ушли. Поэтому перед началом Нового года очень важно подводить итоги. Об этом я вам говорил, и я их подвел. Поэтому давайте мы с вами проанализируем, за что мы благодарны, за какие уроки, за какой опыт, за счастье, которое принес нам этот уходящий 2019 год. Первое. Прямо сейчас можете активно работать, если вы один находитесь в комнате. Если вас несколько, возьмите блокнот, ручку и начните записывать. Первое. Запишите желание, которое исполнилось у вас в этом году. То есть пусть такой вот мощной мотивации. Немножечко вот сейчас с вами успокоимся. И поработаем. Я хочу, не обязательно ваше желание связано быть с APL. Вовсе не обязательно. Задача, чтобы вы каждый проанализировали этот уходящий 2019 год и искренне себе ответили, за что вы благодарны, какое желание в этом году у вас исполнилось. Анна купила квартиру. Фирая стал национальным. У каждого ведь свое желание было. И, наверное, у кого-то несколько желаний. Наталья и Сергей Бусуёк пишут, вернулась. Янсен стал национальным. У каждого свое. Можете писать в чат, можете написать себе в ежедневник. Но это очень важно, чтобы вы записали, чтобы вы проанализировали сейчас, какое ваше желание исполнилось в этом году. Мадина построила Ибрагимова дом. Молодец, поздравляю, Мадина. У Надежды партнер из Бельгии появился. Вот желание было супер. У каждого свое желание. У кого-то оно большое, у кого-то маленькое. У каждого свои мерки. Но очень важно, чтобы вы это сейчас записали. Например, интересно узнать, какое мое желание исполнилось в этом году. Наверное, вы догадались, я стал иллюзионистом. Я с детства мечтал стать иллюзионистом. Да не просто человеком, который фокусы показывает где-то на корпоративах, или на днях рождениях, или на свадьбах, да? А настоящим иллюзионистом, таким как Дэвид Копперфилд, Ланс Бартон, Зигфрид и Рой. И я им стал. Более того, я получил Кубок Мерлина. Это своего рода Оскар в мире иллюзиона. Вы посмотрите, если вы до сих пор не видели. Синий начал свою магическую карьеру в 16 лет. В 24 года Энтони основал Международное общество иллюзионистов. Сегодня это крупнейшая в мире организация иллюзионистов, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. В 25 лет мистер Хассини учредил премию «Мерлин», которая сегодня является «Оскаром» в мире магии. Мы взволнуем более 100 стран и будем искать следующего величайшего иллюзиониста мира. Престижная премия «Мерлина» достанется только величайшему иллюзионисту мира.
Записали, проанализировали. Тогда второе. Напишите имя человека, который заставляет вас смеяться. Чтобы вы сейчас проанализировали свое окружение и написали имя человека, который заставляет вас смеяться. Я точно так же, как и вы сейчас, готовясь к этому вебинару, отвечал на эти вопросы. Например, у меня это моя младшая дочка. Потому что в день она заставляет меня и смеяться, и хохотать множество раз. Это действительно здорово. Третье. Расскажите о самом приятном подарке, который вы получили в этом году. Наверняка этот год принес вам много подарков. Многие из них были приятными. Но какой вы бы выделили на первое место? Например, у меня это известие о том, что я снова стану отцом, и то, что у меня будет сын. Это, конечно, наиприятнейший подарок этого года, который вот я ставлю на первое место. Это действительно круто. Можете меня с этим поздравить, вот, если вы еще не поздравляли. Это лично мой подарок такой вот. Четвертое. Вспомните о человеке, который открыл для вас в этом году что-то важное в жизни. Для того, чтобы достичь чего-то большего, нужно уметь подводить правильные итоги. А чтобы подвести правильные итоги, нужны правильные вопросы. И я сейчас постараюсь в своем коротком тренинге, таком экспресс-тренинге, задать вам правильные вопросы наводящие, чтобы помочь вам подвести правильные итоги вашего года. Тогда, проанализировав и ответив на все вопросы, вам будет очень круто на душе, поверьте. Главное, дойдите со мной до конца. Вспомните о человеке, который открыл для вас в этом году что-то очень важное. У меня в этом году, например, собственно, как и в прошлом, наверное, и в позапрошлом, и много-много прошлом году, и уже так на протяжении 13 лет, да, вот это Оля. Человек, который постоянно развивается, не дает стоять на месте не только мне, но и всем, кто ее окружает. И вы помните даже такое вот высказывание, и в журнале мы об этом написали после моего откровенного интервью «Сила воли». Вот. Для меня человек постоянно открывает что-то новое, и я благодарен именно ей за это тоже во многом. Вот. У вас кто этот человек, который для вас что-то важное в жизни открыл? В этом году, вот у меня на протяжении многих лет, такая вот муза, которая просто вдохновляет, еще и двигает и открывает что-то новое и новое. У Григория Брудно его жена ежегодно, прям как и моя, да. Спонсор Валентина. У кого-то спонсор Гулижан. Возможно, для вас действительно ваш спонсор открывает что-то важное в жизни. Но очень важно, чтобы вы это записали. Чтобы вы это осознали, проговорили. Тогда совершенно другое отношение будет у вас и к году, к жизни, и к вашему окружению. Поверьте.
Ведь мы с вами должны каждый день становиться чуть-чуть лучше. Для того, чтобы нам становиться чуть-чуть лучше, нам нужно иметь правильное представление и правильные инструменты. Вот я стараюсь вам в Новый год дать что-то еще немножко полезного такого, чтобы вы это могли использовать. Пятый вопрос. Я хочу, чтобы вы поделились каким-то важным высказыванием или цитатой этого года. А я пока выпью наш кофе американо. Анна пишет, хватит мечтать, пора действовать. Если вы хотели повторить мою цитату, хватит просто мечтать, пора действовать и по-настоящему зарабатывать. Она так более дополненно бы звучала, потому что многие просто мечтают, или о простом мечтают, или слишком вот сидят и мечтают, и ничего не делают. То есть она, пора действовать и по-настоящему зарабатывать. То есть и тут нужно задуматься именно о глубоком смысле моего высказывания. У каждого у нас свое высказывание. Лично у меня в этом году нет ничего невозможного. И в этом году мы это доказали, что нет ничего невозможного. Что провести события мирового масштаба, при этом на бизнесе, на бизнес-процессах это не сказалось. То есть мы вели и бизнес, выпускали новые продукты, путешествовали. Нет ничего невозможного, все в наших головах. Вот это стата моего года. Вот. У каждого своя, но очень важно, чтобы вы ее записали сейчас. Шестой вопрос. Я хочу, чтобы вы написали имя человека, который вас сильно удивил в этом году. В хорошем смысле. Меня, конечно, удивляли многие в этом году, но я бы хотел выделить троих человек, которые особо меня удивили. Даниэла Каларова, лидер из Болгарии. После углей на летней академии она совершила настоящий прорыв. Я помню, как я уговаривал ее идти по углям, она пошла последняя. По раскаленным углям из дуба она это сделала, кричала, волновалась, боялась, но это сделала. Я сказал, что она точно откроет себя по-новому. Так и произошло. И, Даниэла, вижу, что ты в чате, вижу, что ты на вебинаре. Ты большая молодец. В этом году ты меня сильно удивила. Второй человек, который меня сильно удивил в этом году, это Лилиана Крючкевич. Очень сильно удивила своим ростом, своим стремлением и своими мышлением. Просто действительно очень сильно удивила. И я счастлив, что есть такие лидеры в команде. Ты большая молодец. Несмотря на трудности, которые есть в команде, и непонятки с вышестоящими спонсорами, несмотря на все это, ты стойко держишься, молодец. Ты знаешь, что я тебя всегда поддержу. Вот. Толстихина, Ирина, третий человек, которого я хотел выделить, вот, который меня очень сильно в этом году удивили. Действительно, нет ничего невозможного. И квалификация за квалификацией в этом году закрывалась. И я помню, как закрывались последние моменты. Не хватало чуть-чуть, в итоге чуть перебрала на амбассадора. Молодец. Достойно аплодисментов. Очень сильно меня удивило, вдохновило. Просто вот, ух, супер. Вот, это люди, которые меня удивили. У вас свои люди есть, которые вас удивили. Я хочу, чтобы вы подвели итоги. Следующий слайд и следующий вопрос. Я хочу, чтобы вы поделились книгой, которая вас впечатлила в этом году. Книга, потому что то, где вы дополнительно черпаете какую-то информацию.
И, может быть, она вас сильно впечатлила. Это не обязательно, может быть, бизнес-литература. Это, возможно, классика или это какая-то, может, это роман, приключение. Неважно. Просто она вас в чем-то впечатлила. Поделитесь, пожалуйста. Книга, которая меня впечатлила, «Никогда не ешьте в одиночку». Книга говорит о том, что каждый день мы встречаемся с огромным количеством людей случайно. А так как мы с вами сетевики, весь наш бизнес связан с общением с людьми. И, конечно же, многие встречаются, пересекаются и на этом забываются. А просто случайные встречи иногда могут перерасти во что-то большее. Тем более, если вы занимаетесь сетевым маркетингом. Любое ваше знакомство может перерасти в дружбу, в общение, а может быть, в партнерство. Вот очень много интересных инструментов я для себя взял из этой книги. Много примеров рассказано о том, как люди, используя просто свои знакомства, становились даже президентами США. Следующий вопрос. Я хочу, чтобы вы рассказали об учителе, который открыл для вас что-то важное в этом году. Задумайтесь, продумайте, проанализируйте. Кто-то открыл для вас что-то важное в этом году. Кто это? Может быть, спонсор. Может быть, ваши дети. Может быть, просто случайный человек, который стал для вас ментальным тем учителем, который что-то открыл для вас. Например, у меня это мой духовник, который может найти нужные слова и где нужно придержать мой пыл. Человек, который вовремя может найти правильное слово, чтобы остепенить или наоборот вдохновить. Хочу, чтобы вы также проанализировали этот год и записали. Следующий. Поделитесь ситуацией, в которой вы смогли кому-то помочь в этом году. Кому вы помогли в этом году? Это ведь тоже очень важно. Не только себе, 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 а нужно что-то дать. Следующий вопрос. Напишите о новом полезном качестве, которое вы открыли в себе в этом году. Ведь мы каждый год и каждый день должны становиться все лучше, лучше, лучше. Я вот, например, в этом году открыл такое качество, как трудоголик. Я почему-то всегда думал, что я ленивый, что я очень ленивый. Но оказалось, что я чересчур работоспособный трудоголик такой, что на самом деле провели такое событие, множество рабочих поездок, запустили огромное количество новых стран, наладили множество систем, даже
прошли через многие трудности с банковской системой в этом году. И я просто в шоке. Мы сделали так много и такое шоу провели. Вот. Вот такое полезное качество я в себе нашел. Вы какое качество в себе нашли? Кто-то упорство, кто-то терпение, кто-то еще. Я хочу, чтобы вы проанализировали этот год и себя самого. Одиннадцатый вопрос. Подумайте, пожалуйста, каким своим решением или поступком в этом году вы гордитесь больше всего? Я, например, больше всего горжусь тем, что мы открыли в этом году Турцию и запустили, и мое решение волевое было все-таки создать маркетинг-план, который бы соответствовал всем критериям для легального бизнеса. Это дано нелегко, это дано очень тяжело давалось, но я принял это решение, я горжусь, что я это сделал. Чем гордитесь вы больше всего? И вопросов осталось не так много, но очень важно повторить, чтобы вы очень внимательно подошли к анализу своего собственного. 12-й вопрос. Вспомните самое яркое впечатление уходящего года. Самое яркое впечатление уходящего года. У меня я снова отец. Это действительно затмило все, все самое яркое лично у меня. Кто-то пишет магия восьми, магия восьми. Действительно, это яркое, крутое событие. Но вот у меня я внимательно также анализировал все свое состояние, свои эмоции. Хочу, чтобы вы сейчас также проанализировали свои. До свидания. 13-й вопрос. Я хочу, чтобы вы поделились достижением, которым гордитесь больше всего. Я горжусь, что ABL во всем мире. Чем гордитесь вы? Ну и последний вопрос. 14-й. Я хочу, чтобы вы написали, за что вы благодарны уходящему году. Вот проанализировав все, что мы с вами сейчас проговорили, ответив на все вопросы, подведем черту. И вы напишите, за что вы благодарны уходящему году. Обучение, нашей дружбе. Окей. Для знакомства с лидерами. У каждого своя благодарность уходящему году. Но важно быть благодарным, чтобы следующий год был еще лучше. Ну а сейчас о событиях. О событиях, которые вы должны записать в календаре. И следующее событие после форума, который мы уже анонсировали в Украине, это мероприятие, которое в этом году организовывает компания APL Seasons 2020. Вышка. Мы снова отправляемся в Турцию за отдыхом и обучением. Это будет жарко, это будет необыкновенно, а самое главное – полезно. Полезно для вашего бизнеса. Я уже рассказал о инструментах, которые мы готовили в предыдущие года. Поверьте, мы создадим то, что поможет вам достигать успеха гораздо проще.
Каждый год мы это делаем и подходим к проведению seasons очень тщательно. С 15 по 22 мая, как всегда традиционно в эти дни, в Турции пройдет обучение. Мы назовем место и отель, в котором, или зал, в котором будет проходить мероприятие. Все условия и более детальную информацию вы узнаете на следующем вебинаре в феврале месяце. В начале февраля уже будет более детальная вся информация по участию на Seasons. Следующее событие, которое я хочу, чтобы вы также вписали в свои календари, обязательно не пропускали его, это ноябрь месяц. Мы с вами отправляемся в невероятное путешествие, в круиз по Китаю и Японии. Причем каждый участник APL Plan сам выбрал страну отправления нашего круиза. А вот для того, чтобы вы окончательно приняли решение быть на этом событии, нужно же понимать, как круто компания умеет проводить свои мероприятия. Поэтому внимание на экран. Еще один новый фильм, который мы креативный отдел подготовил к этому вебинару, для того, чтобы вы еще раз вдохновились. Те, кто был на круизе, вспомнят себя. Если вы не были вместе с нами в круизе, то посмотрите, как круто быть с нами на событиях в нашем новом фильме. В ноябре каждого года партнеры APL, выполнившие промоушен, отправляются в уникальный круиз. Компания не ставит никаких ограничений в квалификации, не имеет значения, из какой вы страны и какого возраста. Выполнить условия для того, чтобы отправиться в невероятное путешествие, может каждый. А теперь давайте познакомимся поближе с счастливчиками, которые не отказали себе в удовольствии побывать в круизе «Магия 8» в 2019 году. На этот раз круиз стартует из Сингапура, из одной из самых дорогих процветающих стран в мире. Креативный отдел компании встречал партнеров уже в порту. Круиз «Магия 8» начался с того, что мы все прилетели в Сингапур, все встретились, и у меня слов нет, чувства одни, что мы так здорово все встретились и все так рады друг другу. Партнеры были действительно рады друг другу, а еще и приятным сюрпризом, который приготовила для них компания. Итак, наше путешествие начинается. Мы отправляемся из Сингапура. Делаем две остановки в Малайзии и одну в Таиланде. Лайнер Voyager of the Seas – огромный плавучий отель с роскошными каютами и развлечениями на любой вкус. Но пока наши путешественники не успели разглядеть даже малую часть корабля, ведь у нас уже первая встреча с президентом компании. Вы заметили, все уже оценили содержимое подарочных пакетов и пришли на встречу в фирменных футболках с золотым сердцем на груди. Запомните наших партнеров такими. С этого момента жизнь каждого круто изменится, а уж спокойных и неторопливых дней на лайнере им точно не видать. Ведь мы приехали, чтобы веселиться, зажигать и наполняться энергетикой друг друга. Погнали! 10 утра. Вечеринка пул-пати. Вся верхняя палуба лайнера в распоряжении партнеров APL. Лайнер знает, APL знает. Сумасшествие просто, не знаю, это фейерверк эмоций. Плюс соленая вода, я не знаю, даже нет слов, но это такое количество людей, которые мыслят одинаково и просто ловят от этого кайф. Настроение отличное! Праздник APL! Годовщина компании! Магия! Волшебная! Круто! Я вас всех люблю! Какой-то драйв постоянный у нас идет уже с Москвы. Как начали в Москве, продолжаем здесь. Нас просто разрывает. Полный восторг. И мы покажем всему кораблю, кто мы и что мы можем, за что способны.
Малакка, Малайзия. Первая остановка круизного лайнера. Первый день проводим вот в объединении с удивительной культурой Малайзии. Мы находимся в порт Малакка и зашли в буддийский храм. И здесь хочется даже говорить тихонечко, потому что все овеяно таким легендарным культурным таким наследием драконов, культуры Китая, самой Малайзии, наверное, здесь и Япония чувствуется. Такая симбиоз культур, что просто, вы знаете, немножечко приподнимается холка от того, что вот где мы находимся. Мы с удовольствием смотрим на мир вместе с APL, смотрим на мир вместе с нашими партнерами для того, чтобы еще одну часть континента мира захватить нашим проектом. Мы только что оказались на высоте 110 метров над Малайзией. Это такие впечатления. И главное, не по отдельности, а всей командой подняться на эту высоту и почувствовать себя, и иметь как бы на ладони всю Малайзию. Это просто классно. И увидеть свой корабль, где только что мы были. Это просто круто. И благодарим нашу компанию за то, что дает такие возможности партнерам видеть мир на высоком уровне. Праздник продолжается. И как бы это вот вдохновение, на одном вдохновении. В Москве была зима, мы сюда прилетели уже лето. Время первой остановки подходит к концу. Партнеры отправляются на лайнер, чтобы насладиться прекрасным ужином и получше изучить лайнер. Тем временем «Креатив» во главе с президентом компании начинают подготовку к вечеринке «Мулен Руж». Новый день дарит нашим путешественникам новые эмоции. Вторая остановка круизного лайнера «Пинанг». Круиза, и от этой вот именно сегодня остановки мы получаем великолепные даже познания. Мы находимся в данный момент в замечательном месте. Это храм Будды. Всех Будд. Всех Будд, да, то есть заряжаемся той энергетикой, даем посыл на будущее, чтобы у нас все было классно, чтобы компания долго процветала. Всех партнеров вокруг нас, просто все первоклассно. Все, что делает компания, делает она просто с огромным первоклассным стилем. И чувствуется вот энергия такая положительная, и это здесь, это, конечно, большое отличие путешествовать с компанией и без компании. Очень все необыкновенно и волшебно, и такая атмосфера, и такие ощущения необычные в этой стране с этой такой древней культурой. Неописуемые чувства. Это лучшая компания сегодня на рынке Wellness. Так и есть. Партнеры APL искренне любят компанию и особенно наш продукт. Драже серии Accumulit SA объездили вместе с лидерами уже полмира. А вот новинка компании, натуральная серия косметики Beauty, еще только начинает обретать популярность. От компании APL выравнивает кожу, придает лицу сияние и делает кожу невероятно гладкой, ровной, бархатистой, сияющей.
непрерывный праздник. Даже ужин не просто прием пищи в шикарном ресторане, а еще и целое представление. Наслаждаются вечером, что делает креативный отдел? Правильно, готовится к вечеринке «Мулен Руж». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, хоп! Ребятам предстоит за два дня поставить танец и выступить на вечеринке «Мулен Руж», но пока дела обстоят не так, как хотелось бы. Гакины, твои же кости скрипят. Стоп, сразу нет. Это очень, конечно, зажигательное, но слишком пошлое. Кроме творческого номера, все идет по плану. Например, пригласительные на самую эпатажную вечеринку и приятные сюрпризы от креативного директора APL уже рассортированы и дожидаются своего часа. Совсем скоро персонал лайнера разнесет сюрпризы по каютам наших партнеров. Время близится к полуночи. Креативу не спится. Они решили на время подвинуть штатного диджея-лайнера и поставить свои пластинки. Тем более, что в составе креативного отдела свой супер-диджей. Удастся ли ему раскачать наших партнеров? В этом не может быть сомнений. Вечеринка APL нашей фирмы, моей любимой фирмы, на круизе 2018-19 «Магия 8». Я просто балдю. Очень нравится впечатление, просто завораживают. Эмоции зашпали. Направо супер! Организацията е чудесна, хората и лидерите, които са наоколо и ги виждам да танцуват и да се забавляваме заедно с тях. Това нещо ме изпълва и просто ме кара да се чувствам все по-жив. Компании. У нас уже была такая беседа. Коллектив 120 человек приехали из Монголии, сравнили то, чем занимаются они и как продвигаем наш продукт мы. Помимо уникальности нашего продукта, метод продвижения, он просто уникален. Люди работают в каменном веке. Вот, конечно, их это заинтересовало. Конечно, мы обменялись уже какими-то координатами. Вот, но на самом деле те две другие сетевые компании, мы их просто не можем найти на этом корабле. Почему? Потому что мы громыхаем, мы энергичны, мы энергетичны, нас много, мы зажигаем, тут весь корабль колыхается от наших движений. Поэтому они нас уже как-то даже уже видят и чувствуют, и как-то так, боятся даже к нам подходить. Наши партнеры действительно отличаются от обычных людей своим задором, легким отношением ко всему и большой любовью к жизни. После бурных вечеринок они не отсыпаются, а продолжают наслаждаться жизнью. Сегодня новая остановка круизного лайнера в Таиланде. Избранные лидеры APL по личному приглашению президента компании отправляются на невероятную прогулку на яхте.
операции стоит делать вообще ради всего, ради лучшей своей жизни. А к этой жизни еще прилагаются такие яхты, виды, экскурсии, такие друзья. Ну, это все вот вместе, в общей совокупности, ну, просто полный восторг. Восьми продолжается. Я получила приглашение, личное приглашение от нашего президента компании PL Сергея Сергеевича Куликова поучаствовать в этом удивительном путешествии, прокатиться на этой красивой, стильной, в стиле нашего продукта бьюти, яхте. Знаете, это даже не передать словами. Я просто в восторге. Я никогда в жизни такого не видела. Такой заботы от нашего президента – это самое ценное. Сколько любви, сколько заботы, сколько тщательной подготовки в этом, сколько он ресурсов вложил в это. Буквально поражает все. Вот эти детали, вот эти вот наши бьюти-элементы. Сам корабль, да, яхта, сотрудники с элементами цвета бьюти, вот эти мешки и, как я уже сказала, яхта окрашена в цвет бьюти. Это просто вообще благодарность огромная Сергею Сергеевичу вот за то, что он нам приготовил такой сюрприз. Но сюрпризы на этом не закончились. Яхта с партнерами остановилась посреди океана. И вот наша яхта остановилась, нас всех посадили в байдарки, и мы поплыли в заповедник, в очень красивое место. Сейчас мы находимся в том самом месте, где снимали Джеймса Бонда. Джеймс Бонд. Очень бы хотелось, чтобы больше людей было с нами, потому что быть здесь с такой командой, с такой энергетикой, это, конечно, ни с чем не сравнить. Поэтому ждем вас обязательно всех в следующем году. Действительно, каждый круиз президентская семья устраивает для лидеров неповторимые сюрпризы. Но в ежегодных путешествиях есть событие, которое создается для всех. Вы уже догадались, что речь о тематических вечеринках APL. На этот раз нашим партнерам предстоит перевоплотиться в аристократов, посещавших известное кабаре во Франции «Мулен Руж». Креатив APL уже завершил приготовление и готов принимать гостей. Как обычно, мы зашли в номер, и на кровати было невероятно. Было приглашение на Мулен Руж, но при этом это было не просто приглашение, какая-то карточка, а это было сделано так индивидуально, продумано для каждого, и самое главное, именем каждому партнеру. Такое индивидуальное приглашение, конечно же, показывает, насколько компания внимательно относится к каждому партнеру, любит, ценит и дарит свою любовь для всех. На лайнере посреди Атлантического океана было продумано все. Атмосфера, фотозоны, декор, образы ведущего и организаторов. Не почувствовать атмосферу известного кабаре было просто невозможно.
наслаждалась атмосферой Мулен Руж. Великолепно, великолепно, великолепно все. И постановка, и общение, и атмосфера праздника. Президент компании Сергей Куликов завершил год магии и волшебства своим ярким магическим выступлением. 50 нас снова заряжал своей магией. Это вообще чудо. Сергей Сергеевич для нас это вообще самый великий маг. Мы очень рады, что мы в ВПЛ. Мы очень счастливы. В нас столько энергии, в нас столько мотивации. Мы готовы. На все вершины, на все, чтобы у нас было супер. Драйв, просто энергия выплескивается из души. Мы первый раз на этой вечеринке. Изумительно просто. Вообще, если говорить об эмоциях, слов не хватит ни в русском, ни в румынском языке. Потому что и вечеринка, и все, что происходило все эти дни здесь, на этом корабле и с нами, это вообще какая-то сказка. Мы оторвались буквально от реальности. Как оказалось, возвращаться в реальность не менее приятно. Партнеры с нетерпением ждут встречи со своими командами, чтобы поскорее поделиться впечатлениями от круиза. У меня просто зачесались руки к работе, хочется приехать с командой на следующий год. Я обязательно это сделаю. Я первый раз на круизе, и подобрать какие-то слова вообще сложно. Это просто восхищение, это драйв, это настроение. Даже те фотографии, которые я делаю, я сама себя не узнаю. Видимо, вот это внутреннее состояние, оно настолько передается, что здесь трудно какие-то вообще слова придумать и много об этом рассказать. Просто нужно быть. Лайнер просто волшебный. Он играет всеми красками. Здесь и каток, и театр, и ресторан, и очень много красивых, богатых людей. То есть все очень достойно. Круиз дает эмоции такие, которые помогают ощутить всю мощь, все настроение, которое вообще царит среди партнеров. И оно очень заряжает и очень мотивирует на дальнейшие работы и желание, чтобы быть вместе с такими лидерами, с такими серьезными личностями, да, которые очень наполнены, хочется черпать. Вот эти эмоции, они, конечно, очень здорово нас настраивают, восполняют, и эмоции просто плещут в разные стороны. Надо быть, потому что это возможность познакомиться с людьми, которые уже вышли за пределы России, и они что-то предприняли для того, чтобы, да, расти. Вот у нас очень много контактов на пляжах, на корабле. Вот и закончился наш круиз 2019. Это было действительно волшебно, это было потрясающе, столько эмоций. Мы путешествовали по Сингапуру, Малайзии, мы останавливались в Таиланде. И партнеры все заряжены такими прекрасными эмоциями. Только с EPL путешествовать. Действительно, когда вот приходишь в EPL, необходимо сразу же делать загранпаспорт. У кого его еще почему-то нет? Потому что в следующем году мы уже знаем, куда мы отправимся. Это будет круиз в Китай. Также мы посетим Японию. И эта страна для многих является целью путешествий. Я уверена, это будет потрясающе. И еще отличная новость, что во время этого круиза повторится церемония обновления свадебных клятв. Мы знаем, как это было прекрасно 2 года назад, и по многочисленным просьбам компания решила повторить. Я уверена, это будет круто. Делайте все по максимуму для того, чтобы путешествовать, открывать для вас мир, и EPL – это всегда особенно волшебно. Люблю наши сюжеты, люблю наши инструменты, потому что снова и снова ты можешь вернуться
в то состояние, в котором пребывал во время нашего круиза. А каждый наш круиз, как вы уже заметили, не похож на предыдущий. Если вы совсем недавно присоединились к компании ABL и до сегодняшнего дня не знали о наших уникальных инструментах, где черпать вдохновение, мотивацию, то снова отправляю вас на наш канал YouTube, чтобы вы просмотрели, как проходили наши предыдущие круизы. Мы заядлые круизеры, мы любим путешествовать, и раскрою секрет, даже во время нашего последнего круиза была компания, которая продвигает продукт круизы. Они так нищебродски смотрелись на фоне APL, где круиз просто как инструмент, как мотивация, а не как основной продукт. И мы дали жару. Уверен, что в круизе семейной традиции будет очень круто. Обязательно посмотрите все наши предыдущие круизы, вдохновитесь. А чтобы вам не спалось, возьму на себя роль Деда Мороза и исполню ваши мечты. Хотите? Прямо сейчас я буду исполнять ваши мечты, как, например, новогодний сюрприз от президента для... невероятную магию, невероятное волшебство, потому что год заканчивается волшебный. Я объявляю первый шаг всего за 1000 УЕ. Да-да-да. 1000 пири всего нужно сделать, чтобы выполнить первый шаг на круиз 2020. А если вы будете выполнять как семейный контракт, вы знаете, что действует правило коэффициент 1,5. То есть всего за 1500 пиви вы вместе со своей второй половинкой можете оказаться на нашем круизе. И в течение следующего полгода да выполните условия второго шага. Всего там 3800 останется. Всего. Условия в этом году проще, чем были в предыдущем. Вы только задумайтесь, таких простых условий на попадание в круиз еще не было. Посмотрите обязательно круиз, как мы провели в Доминикане. Когда наши семейные пары снова погрузились в обряд клятв, танец. И все было сделано для наших семейных пар, чтобы укрепить семейные традиции, чтобы показать, что APL ценят семью больше, чем во всех других компаниях. И круиз 2020 будет посвящен именно семейным традициям. Много сюрпризов и интересного всего мы уже приготовили, но постепенно будем раскрывать интригу по мере приближения к нашему круизу. Прямо сейчас задайте себе вопрос, будете ли вы с нами на следующем событии. Я уверен, что если вы хотите состояться в 2020 году, круиз – это то событие, на котором вы, безусловно, должны быть в числе первых. Поэтому всего за 1000 пиви есть возможность сделать первый шаг. Представляете? Но только эти 4 дня. Вот. Делайте все, чтобы потом не делать ничего. Вот такой вам праздник, но говоря о событиях предстоящих, не могу не заглянуть на год вперед. А именно в 2021 год. Как вы уже догадались, в этом году Golden People у нас не будет, потому что у меня будет Golden People в семье. Год семьи начинается, мы в семье, и вы знаете о нашем приятном пополнении в семействе. Вот, а вот в следующем году мы вместе с вами обязательно отправимся в путешествие. И это страна Австрия. Мы будем в Вене, и пройдет президентский бал. Мы уже все организовали. Задайте себе вопрос, будете ли вы в 2021 году на события, на которые попадают только избранные. Это значит, что у вас есть целый год, чтобы вписать свое имя в число приглашенных на главное событие для семьи. Вы сможете попасть на мой день рождения, а сюрпризов на нем хватает всегда для всех. Я уже рассказывал про подарки, которые были в этом году для всех участников Golden People с Бали. А что мы приготовим тем, кто будет в 2021 году, поверьте, мы умеем удивлять и вдохновлять.
Вот. Я хочу, чтобы каждый лидер и каждый участник, особенно новичок бизнеса, который самый важный для нас, понимал, что нет предела совершенства, что он может добиться успеха и попасть в окружение, даже если он пришел совсем недавно в бизнес. Вот. Действуйте, пусть новый год семьи, 2020, для вас будет по-настоящему семейным, и есть у вас нет второй половины, и вы не собираетесь по каким-то причинам ее находить, не переживайте. И для вас тоже на круизе будет чем заняться. Но вы обретете огромную сплоченную семью, которая называется APL. Но чтобы вам в Новый год не спалось, и чтобы каждый день Нового года дарил вам еще больше возможностей и праздников, мы объявляем промоушен, который назвали «Подбой курантов». Так, и он стартует с сегодняшнего дня. Хотите? Я знаю, что хотите, я знаю, что вы ждали этого момента, когда на связь выйдет президент и объявит какое-то сумасшествие. Действительно, сумасшествие будет каждый год. Под Новый год мечты сбываются, и мы всегда ставим все новые и новые рекорды по товарообороту. Пусть этот же год не станет исключением. Поэтому с 28 декабря и до 7 января включительно будет действовать промоушен для вторичных и первичных закупок. Партнер, который сделает... А, кстати, я не сказал. Люди, которые будут выполнять промоушен на круиз за 1000 PV, получают 150% презентационного продукта в подарок. Круто? Выгодно, как никогда, заявить себя на круиз 2020. А теперь промоушен для всех, не только для круизеров, не только для желающих путешествовать. Партнер, сделавший сверхактивность на 500 PV и выше, получает в подарок 100% больше продукта для презентаций. А вот кто выполняет круиз, получает 150. Для новых контрактов на 200, 400 и 650% продукта для презентаций. На 1800 100% продукта для презентаций. Партнеры, которые начинают бизнес на 3000 или делают апгрейд до 3000, 150% больше продукта для презентаций от фактической суммы оплаты. А вот чтобы фактическая сумма оплаты для знающих в APL уже понимают, возможно, будет что-то еще. Да, будет. А будут новогодние скидки. Партнеры, которые решат войти в бизнес на 600, экономят 100, то есть всего 500 условных единиц. Скидка 100. Партнеры, которые стартуют бизнес на 1800, получают скидку 300, то есть можно начать за 1500. И ваша скидка будет 500, если вы стартанете на 3000. Всего за 2500, а презентационный продукт получаете. Вы только задумайтесь. Круто? Конечно же круто. Вот эта щедрость под Новый год, и она действует до 7 января включительно. И на вторичку, и на первичку, а еще и со скидкой. А если выполняете круиз, больше продукта получаете. Вот такие вот невероятные вещи. Еще раз поздравляю всех партнеров, которые приняли решение в этом году быть в APL. Магия пусть царит и вдохновляет вас дальше. А всем семейным парам могу сказать, сделайте все, чтобы оказаться вместе с нами на круизе семейной традиции. Как мне хочется, чтобы мы поставили еще один рекорд. Как самая большая компания, где самое большое количество семейных пар. Уверен, Новый год подарит множество приятных моментов. Еще раз, если вы не успели записать ответы на мои вопросы, задумайтесь, вдохновите себя сами. Вот вам хорошие инструменты. На сегодня у меня все. Рекордное по времени вебинар. 2,5 часа, такого не было давно, но оно того стоило. Еще раз, всех с праздником, с наступающим, храни вас Бог, пока-пока.